Так, ребята, всем-всем привет. Я сегодня с вами Джамалидин Мурадов и вас приветствую на своего канал Дальнобой ТВ Green and Drought 2003. Так, ребята, сегодня у нас небольшой обзор. Обзор про российское автономное вездеходное КамАЗ. КамАЗ 65-225 от автор Николай Донбасс. Ребята, что хотел отметить, КамАЗ, хороший КамАЗ, классный КамАЗ, как бы, если у кого есть слабая компа, попробуйте на слабой компа, ура. Так, также, ребята, хотел отметить, что, как бы, все, что не прописано было, все, что не добавлено было, теперь, как бы, все добавлено, все прописано, все присутствует. Так, ребята, пред осмотрением моего гайда я вас попрошу подписывайтесь, ставьте лайк. А для тех, кто не подписался, советуем, рекомендуем подписаться на моего канал Дальнобой ТВ Green and Drought 2003. Также хотел отметить, что для тех, кто завтракает, обедает, ужинает, также им приятного аппетита, также приятного просмотра. Так, ребята, хочу отметить, что это уже как бы я так посмотрел. Я его вчера или позавчера дня я его приобрел, конечно, только что я успел под него там взглянуть, посмотреть, какое изменение и какая там конфигурация, что исправлено, что убрано и что добавлено и так далее подобно. Что ж, ребята, погнали посмотреть КамАЗ. Также хотел отметить, что информация предоставлю по описанию, ссылка предоставлю по описанию для тех, кто не знает. Что, где, чего скачивать. Так, ладно, ребята, здесь, как обычно, ничего делать не будем. Версия игры у нас 1.47.2.1s, как-то не знаю, почему-то последнее время Steam Launcher как бы перестал правильно обновить версию игры, конечно. На Launcher у меня там 1, то есть 1.47.2.6.fix показывает, а здесь как-то странно. Ну ладно, не суть. Так, ребята, как обычно, здесь ничего делать не будем. Попадем упаковку, ну, то есть покупка у дилера, ну, покупка грузовик, у дилера, у дилер модификация. Как видите, как мы видим, не верхний час, а нижний час. КамАЗ 65-225 торнадо, то есть и торнадовская версия. Ребята, как бы все класс, все супер, все оптимизировано, все исправлено, все прописано. Но есть одно но. Вот, кстати, вот, ребята, вот, Николай Донбассу, надо ему обратиться, чтобы также к нему прописано прицеп вездеходный, такой длинный, красивый прицеп, как бы он на всякие мегасборка работает, а вот на суровка, на вот на, потому что КамАЗ как бы он его взял, оптимизировал, добавил для суровой России. Это для тех, кто на суровой России или там без разницы какая, ну, на вездеходной карте. То есть он отлично начинает выполнять. Я так посмотрел, то есть стоит о чем-то подумать и о чем-то разговаривать и так далее подобно. Так, КамАЗ 65-225, торнадо, категория грузовик, модул 65-225, шасси 6 на 6, как хотел отметить, тип кабина, торнадо, расположение руль, естественно, слева, мощность двигателя 400 лошадиных сил, крутящий момент там 1766 ньюм, 1300 объем. Тип коробка применения передача ZF 16S 1820 16 вездеходный. Это Gears Long, это значит вездеходный вариант. Так, что ж, кликнем под этот замечательный автономный вездеходный тягач КамАЗ 65-225. Попадем в изменение конфигурации. Ребятушки мои, КамАЗ. Ну, не помню, вот, ребята, правда, у меня по поводу этого дела, у меня обзора было, не было, ну, не помню, но помню, что когда-то под 1.42 или там 41, короче, я начал ехать, да, то есть и окна отпустилось, да, но крутилка не прописана была анимационная. Крутилка не прописана была, теперь прописана, но
автору очень благодарен, автору очень молодец, что у него наконец-то удалось что-то обновить. То есть, смотрите, сторона водитель также прописано, ну, прописано отпускание окна, но из наружу, из внешне как бы прописано, а вот сторона пассажира вот из внутрь прописано, из наружу не прописано. Тоже можно, да, тоже можно как бы к автору обратиться, чтобы автор взял все это дело, все это историю как бы исправил. Но если так взять, как бы автор и так все его исправил как бы нормальным духом. Ну что ж, он будет выглядеть вот с таким образом. Торнадо КамАЗ, Торнадо 65-225. Так, смотрим. Одна кабин торнадовская. Один шасси 6 на 6 торнадовская. Стоит реальным ценам, стоит там, там как его там назвать, если, блин, представляете, это разве так можно, там 1 000 000, там 337 840 рублей. Представляете, это разве так можно? Да, я как бы переходил, ну, у меня R6, как бы наверняка вы все знаете R6. Ну, я переходил на русские рублях, как бы, вот, поэтому как-то так, может, это ошибка, как, ну, в реальном жизни не столько, может, не будет стоить, но, ну, я там не знаю, там, кому-то виднее, как бы, пишите в комменты, ждем ваши ответы в комменты. Так, двигатель, как хотел отметить, вот, не помню, на предыдущей версии, не помню, как там было. Так, это еще не все, сразу хотел отметить, что, то есть, адаптирован, то есть исправил вот это Николай Дамбас, а обновил Ажелло. То есть и Ажелло, короче, из 1.43, если у кого есть там из 1.43, но мне так кажется, что рекомендуем, советуем использовать из 1.43 плюс. То есть и 42, 41 не советую. Это не я как бы советую, это автор не советует. Поэтому как бы как так. Видите, здесь странно, изнаружи, видите, там два руля, конечно. Ну ладно, не суть, потом попозже зайдем, посмотрим. Так, поехали. ЯМЗ 238 Б 330 Л С 20 243 КФТ, там, короче, объем топлива бака там 1200 и 1400 объем топлива бака. Это стартовый вариант КамАЗ 740, 632, 400 евро, евро 4, там, типа еврофо. 400, да, это мы уже читали. Так, КамАЗ, звуковой КамАЗ, в реально 650 ХП. ХП для вездеходной, это Хиавио Райт. Это типа для вездеходной дороги. ЯМЗ 238, 650 хп, евро 6, про также вездеходный. Давайте вот это оставляем, все такое же. Это ЯМЗ, это КамАЗ. Пускай будет и ЯМЗ. Так, не знаю, почему-то ЗФ там типа 16, С 18, 20, 16, 16, и там какая там Gear Long. Вот, попробуем. И особо, ребята, не переключайтесь, вместе с вами есть такое местечко, что можно как бы все это дело посмотреть, потестировать. В том что дело, что здесь как бы ретардер, ну не знаю, зачем на вездеходный ретардер, ну не знаю, кому как, мне лично, ну не знаю, там посмотрим. Так, интерьер, как хотел отметить, что интерьер автор здесь всего лишь предоставил один вариант интерьер, как бы. Так, краска, можно разобраться, что к чему. Есть как бы пользовательский цвет плюс металлик. Берем, например, зеленый с белой, красный с белой, также зеленый с белой. Так он будет смотреть круто, да? Так, есть пользовательский цвет без металлика, такой красный с белой, либо зеленый с белой. Есть военный зеленый цвет, это милитарию. Милитарию это значит военный.
военно-зеленый цвет. Если Polar в гайд, сильно отображающий, видите, глазам как бы это самое. То есть сразу сбросится в глазу. Есть оливы зеленый, оливы грин. Есть Милано красный, Милано ред. И, естественно, амбер оранжевый. Amber Orange, ну, естественно, граффити. Ну, такой граффити. Ну, я особо как бы с английским плохо разбираюсь. Если кто разберется, как вот это хорошо, впишите в комменты. Так, ладно, давай-ка-то пускай, как обычно, будет зеленый. Так, тюнинг, можно разобраться, что к чему. Ну, не знаю, как вам, я вот обожаю вот на российское и на башкирское, ну, хотя они Татарстан собирают, да? Башкирия там типа того. Так, здесь 4 скины предоставлены на ИГК. Это значит, давайте вот включим наш шагающий камера и поблизим, и там посмотрим, что у нас здесь написано. Так, Иркутская грузовая компания. Как хотел отметить, что это для именно для суровка. Оптимизировано, переделано для суровка. Так, есть декал. 3. Это Урал Сибирь трейд. Есть также сибирское снабжение. Снабжение, да, то есть есть как бы просто вот предупреждающий знак и все. Давай-ка-то, пускай будет Иркутская грузовая компания. Думаем, что нормально как бы. Так, шина, про шину я ничего не могу вам предоставить. Шин имеется своя вариант, третья версия. И колпачки тоже самое, такая же история. Второй, как бы, два. Если у кого есть своя лично, можете добавить, как бы. И здесь тоже самое, такая же история. Версия 3 и версия 2. Так, сюда мы... Ну, не стоит там кликнуть. Все свое, как бы. Все уже как бы КамАЗ, просто сядь и купи, и сядь, и поехал, и все как бы. Так, по-моему, что здесь кое-что начали пропускать, или мне кажется, что ли. А, нет, все нормально. Все нормально, все как бы на свои места. Просто не знаю, как вам, но я от этого дела я давным-давно я начал ждать. Вот, не знаю, по-моему, автор... Он как бы его начал делать и обновить как бы из 1.36, 36, 35. Вот, начал обновить. Теперь как бы дошла до 1.43 плюс 47. Вот, как бы как-то. Ну, я правда, я не попробовал под 1.43. Если у кого есть под 1.43, запускай, ну, там, добавьте, установите и... Там посмотрите, будет работать или не будет, я не знаю. У меня как бы 1.47, вот на 1.47 как раз его потестируем. Так, здесь у нас предоставлено один цвет кабин, либо цвет кабин, либо маячки. Ну, маячки, наверняка все знаете, для тех, кто негабаритный или там строительная техника или строительный материал будете возить. Типа это перепуждающая... Приобретенные маячки для того, что если издалековато видели, сразу начали взять планировать, чтобы пропускать это, то есть и чудо, которое возит либо строительная техника, либо строительный материал, либо военная техника и так далее подобное. Так, ну я, ребята, маячки оставить не буду, я на место маячки я установлю там интерьер цвет, как бы подсветка кабин, как бы. Все, ребята, как мы видим, больше здесь ничего сверхъестественного. Номера своя имеется там 250 хен Х 250 как бы НМ 140 174 как бы. Вот. Видите, какая длинная это самый, как его, цистерна для вот такой, именно такой цистерна. На КРАЗ я помню, КРАЗ 255 было. И здесь тоже самая такая же история. Ну ладно, бог с ним. Не суть, короче. Да, здесь у нас аккумулятор там типа... А, нет, здесь аккумулятор, а вот это я особо не понял. Есть здесь для собрать...
отпускать воздух, как бы добавлена запасная шина, как бы добавлена интеркулер, добавлена все. Это дело у вас и у нас должно срабатывать. Так, ладно, попадем в интерьер. В интерьер, как видите, как мы видим, нормальным духом начинает. Ну, не, вот это я не помню. Но вот это я помню, предыдущая версия. Вот это можно было перекрыть. Как бы это типа дополнительная козырька изнутри для защиты от солнца. Так, ладно. Здесь у нас предоставлена стоковая дополнительная игрушка для того, чтобы водителям во время езды скучно не было. Видите, то есть и так есть такая же вариант, такая же, как помните, в 90-м году по 80-м году было в дискотеке. Есть белый с черным, кубик от Нарди. Есть черный с белым, есть белый с черным, есть мяч, теннисный мяч, бал. Теннис бал, есть как бы футбольный мяч, есть как бы бильярдный матч. Давайте, пускай будет черно с белой. Так, здесь у нас есть два стоковых GPS навигатор, есть мобильный вариант, есть портативный вариант. Давайте, ну я перед вами я это делаю, хотя хрень его. Ну ладно, пускай будет, что будет, того будет. Так, здесь у нас вот. Помню, ребята, вот на предыдущей версии вот это было не исправлено. То есть, если мы выбрали, да, при покупке у нас начал происходить вылет. А теперь на этот раз посмотрим, как он у вас и у нас будет работать. Там, я не знаю, там, пускай там будет петушонок, как будет, как обычно. А здесь будет, так. Пускай кружка от... Советский Социалистический Союз Республика, пускай будет. Так, ладно, есть такая вариант. Ну, это уже как бы просто здесь прописано, как бы, да, а здесь уже как бы особо не прописано. Видите, все свое как бы имеется. Так, что здесь мы еще? Ну, петушонок, думаю, пускай там будет. Пускай термос, чтобы для тех, кто холодно, ну, для того, чтобы водитель холодную воду не пил, как бы, ну, лето-то ладно, зимой-то. Здесь у нас, ребята, вот помню, помните, ребята, здесь можно было там, типа, розетка можно было установить. Теперь на этот версия убрана, как хотел отметить, что, то есть и добавлено, и убрано. Убрано это вот это, а то я вижу, что-то здесь не хватает. Теперь я понял, что здесь не хватает. Ну, ладно, не суть. Так, здесь, ну, здесь что мы можем там? Есть такая платончик, ну такая флажочек от Scania, пускай будет, хотя у нас КамАЗовская есть, нету КамАЗ, как бы здесь у нас несколько предоставлено КамАЗ, как бы Scania, ну не знаю, там пускай будет Scania. Ну ладно, ребята, не так, ладно, здесь мы можем, сейчас погодите, давайте здесь, например, пускай там будет как обычно платончик, чтобы не платили за проезды, а здесь будет такой какой-то аппаратчик, чешский аппаратчик. Ну, думаем, нормальным ходом как бы работает. Так, здесь где-то еще у нас здесь есть радар, как бы. Вот, давайте вот радар пускай будет центра. Так, а здесь у нас как бы 5 пальцев Россия, пускай будет 5 пальцев Россия. Вот, давайте вот сюда 5 пальцев Россия. Что еще мы здесь имеем? Здесь какая-то странная еще этот самый национальные флажки. То есть есть советская, то есть и такой же есть. SS Software заменяет там Советский Союз, то есть Советский Социалистический Союз Республика есть. Есть такая же история. Давайте вот это оставляем как бы, а здесь попробуем вот это оставить. Да странно, да, какой-то глюк. Давайте вот это оставляем. Ну там не важно, там уже как хотел ответить, что про этот тягач я ссылка предоставлю по описанию и информация характеристика предоставлю по описанию. Также мы здесь мы можем есть у меня всякие различные навигаторы, можно вот это поставить, хотя ну это, ребята,
Это вам надо по отдельной ссылке скачивать. Не знаю, если не забуду, если удастся, ссылка про это дело я оставлю по описанию. Вот. Вот как бы как-то так. Странно, что как-то. Давай-ка то. О, да. Давайте вот это оставляем, как бы. Так. А, вон. А, нет, это не то, подожди. О, так, пускай будет. Хотя, ладно, бог с ним, убираем, как бы. Так, теперь можно разобраться руля. Как бы здесь предоставлено несколько вариантов. Там, типа, серая, как бы, синяя, как бы, там. Тоже серая какая-то странная, не поймешь. Тоже, по-моему, и зиме, как бы, есть такой серый, такой оранжевый, то есть, да. Есть военный цвет, как бы, из военной кожи сделано. Есть такая, всякие различные варианты. Если такая же оранжевая, такая же оранжевая, есть зимя, как бы зимя, все сделано. Если такая же вариант, ну да, здесь как бы варианта очень много предоставлено, как бы. Так, ладно, покажем, как бы каждый раз, так тоже как-то неохота. Там любой, ну там дальше уже сами посмотрите. Да, это для тех, кто на ETS и для тех, кто на суров, как. Так, здесь мы можем либо ноутбук, для тех, кто дальнобойщица, может сумочка своя, либо спортивная сумка. Так, здесь, видите, вот эту, ну, не очень большая проблема. Сумочка, либо сумка, давайте холодильник, для того, чтобы не испортить продукта. Но вот эта часть, вот это и вот это я не помню, но на предыдущей версии такая же история не была. Ну ладно, бог с ним. И так, как бы, автор все старался лучшему, как бы. Вот. Все, наверное, ребята, уже как видите, как мы видим, дело у нас почти уже готово, только остается его приобрести, как бы купить, естественно, купить. Там есть у меня там, где его там хранить, как бы. Так, сейчас. Да вот, а, вот он. Чпок. Купить. Ага. Так, что ж, ребята, посмотрим. Так, ладно. Это дело закроем и попадем прямо в игру и посмотрим, что к нем добавлено и что в нем новое есть. Что ж, ребята, добро пожаловать в КамАЗ 65-225, вездеходный вариант, как бы. Что ж, поехали. Заводим. То есть, как видите, как мы видим, нормальным духом. Ну-ка еще раз. А, видите, даже. Вау, ребята, вот, правда, не помню, на предыдущей версии оно было исправлено, не было, но на этой версии как бы исправлено. Если кто помнит предыдущую версию, пишите в комментарии, в комментах. Так, стояночная. Как видите, как мы видим, все это дело у вас у нас работает. Так, ретардер. Все это дело у нас и у вас работает. Так, так, мы вырубили. Так, заводим. Все это дело, как видите, как мы видим, работает. А то есть некоторый мод, когда вот выбираешь мобильный вариант, при купить сразу происходит вылет. А здесь пока здесь как бы все нормальным духом работает. Так, бортовой компьютер, как видите, как мы видим, все это дело у вас и у нас работает. Так, отпускаем окна. Как видите, как мы видим, как хотел отметить, что крутилка теперь прописана. И вот давайте. Как видите, как мы видим, все это дело прописано. И вот, как хотел отметить, что исправлено, что добавлено, что убрано, и что также. И давайте теперь смотрим в сторону пассажира. Здесь так, смотрим. Как видите, как мы видим. То есть смотрите, ребята, здесь как бы также все исправлено. Все как бы исправлено. Теперь смотрим изнаружи. Видите? Изнаружи какая-то, да? Давайте вот, например, берем. Видите, здесь как бы прописано, да? То есть, видите, да? А вот здесь, ребята, вот странно, почему-то, если так сделать. Ага. И давайте. Видите, да, ребята, то есть не прописано. Да, правда, что не прописано. Ну, думаем, как бы и так, как бы автор неплохо все это дело сделал, как бы все исправил. Но это. Думаем, как бы не очень
не очень сверхъестественная, не очень большая проблема. Мы без него как бы пройдем как бы нормальным духом. Так, ладно, закроем это дело. Давай-ка то теперь тоже сторона водителя тоже мы закроем. Теперь давайте сейчас G7 VHR. Так, чпок. Отлично. Давайте сейчас надо опять 25. Надо раздел параметр. И вот эту историю надо максимально сделать. Как бы еще раз. Еще раз обновить его и все как бы. Угу. Ну, видите, ребята, у меня здесь как какая-то настроена GC, ну, это настроена графическая мод, как бы, может, за это, как бы, ну, там надо посмотреть. Ну, не знаю, ребята, так, так, смотрим про стеклоочиститель. Так, поехали. Это у нас, наверняка, вы все знаете, это у нас, как бы, из начала 1.45 есть датчик дождя, это у нас датчик дождя. Раз положение, два положения, три положения, даже четыре положения есть. И все вырубается. Представляете, вот куда в КамАЗа четыре положения? Ну ладно, так. И так как бы все классно, все прикольно сделано. Так, ладно. Так. Ага, смотрим. Давайте еще, видите, надо здесь как бы все по-другому надо делать. Или давайте сейчас там, пускай будет там полдень, может что-то изменится. О, по-моему, что она начала капать плавно-плавно, потихонько-потихонько начала плавать. Ну, то есть начала капать дождь, я имею в виду. Так, изнаружи смотрим. Не знаю, ребята, странно что-то. Странно, все странно, ребята. Хотя я по каждому 10 раз я зайду, выхожу, как бы. Не знаю, странно, что у нас это дело у нас не работает. Странно, ребята, надо это дело опять 25. Надо посмотреть, как бы. А если сделаем полночь, давайте. Давайте сделаем полуночь. Может что-то изменится, как бы. А, все, ребята, видите, все теперь начало дождь идти, как хотел отметить, что. Вау, ребята, вы просто поглядите. Вы просто поглядите, что хотел отметить. За собой капли дождь не оставляет. За собой капли дождь мажет. Убирает. Как видите, как мы видим. Все это дело у вас и у нас все это дело работает. Так. Как видите, как мы видим, FPS, видите, там сколько начинается срабатывать. 100, 107, 102, 106, 105 по-разному. А то некоторые говорят, что во время дождь у нас начинает падать. Начинает плавно-плавно начинает падать. Падает FPS это. Как видите, как мы видим. Так, ладно, сторону пассажира. Как видите, как мы видим, сторону пассажира. Тот же самый, такая же история. Видите, да? Мажет отлично. За собой капли дождь не оставляют. Все как располагается. Мне такое ощущение, что она должна быть. Она должна так и быть. Так, ладно. Так, это дело мы уберем. Пускай там будет там 9. А там посмотрим, как, что, чего происходит. Видите? Так, ладно. Также отпустим и посмотрим. Угу. Видите, ребята, как хотел отметить, что за собой капли дождь не оставляет. За собой капли дождь убирает. Мажет все как раз полагается и здесь и смотрите, ребята, как видите, у меня такое ощущение, что я прямо в этом в КамАЗе сижу. Видите, все сделано как в реальном жизни, все сделано.
Да, я автору очень благодарен. Николай Донбассов. Да, это еще не все, ребята. Как хотел отметить, что также к ним прописано такой красивый, длинный, высокий, невероятный прицеп. Тверская прицеп. Вот, надо к авторам надо обратиться, чтобы автор взял его, оптимизировал для суровка. Для суровка оптимизировал, чтобы можно было спокойно по суровка там строительная техника возить, или там строительный материал, или там строительная, ну, военная техника, или военный строитель, ну, там военные всякие различные материалы и так далее подобное. Так, ладно. Это дело мы убираем. Все. Так, ага. Все уже как бы все замажет, то есть все убрано нормальным ходом. Теперь давайте сейчас прежде там что-то чего-то там продолжить, надо это хрена надо убрать. Теперь давай-ка то сейчас, так там пишется полуночь, посмотрим, как он будет по ночам, как он будет выполнять и как он будет себя чувствовать. Ого. Так, ладно. Поехали там, приблизим. Так, смотрим. Сетевая. Ближе. Дально. Габаритно. Это, видите, ребята, ну, на предыдущей версии, помню, было исправлено вот это переключатель главный свет. И также здесь как бы все исправлено. Так, габарит ближе, дальний. Габарит ближе, дальний. Габарит ближе, дальний. Отлично. Так, стояночная. Так. Все это дело у нас присутствует. Так, ретардер еще раз. Все это дело у вас и у нас работает. Так. Что еще у нас? Право. Лево. Аварийка. Изнаружи смотрим. Так. Сейчас. Нам надо сделать все по максимально. О. Ну. Не знаю. А, во, ребята, смотрите, какая цвет кабина дает. Видите? Это специально сделано, чтобы водитель мог либо во время отдохнуть, либо там книжка читать, или там что-то перечитать, или там кушать, или там что-то делать. Ну, дальше вы меня поняли, что к чему. Видите, а то есть некоторый тягач, когда подсвет кабин включишь, везде начинается, то есть начинается как бы светиться, а здесь как бы нет, а здесь уже как бы чисто, то есть сделано где нужно, где надо. Так, ладно, ну-ка. Видите, нормальным духом. Так, смотрим FPS. Да, кстати, я вижу, что не является к FPS. Видите, одно и то же там 115, 116, 113. Видите, да, ребята? Все нормальным духом, все работает. Так, ладно, давайте включим. Так, изнаружи смотрим. Так, изнаружи. Ну да, как бы здесь у меня как бы действующая клавиша освещения включит, выключит. У меня DLT, как, конечно, цифровой DLT. Ну там, как говорят, вы можете назначение пункт кнопка клавиши, можете сами выбрать там. А по заводской вариант как бы латинская буква О, как бы. А у меня сейчас DLT, как бы DL. Видите, все нормальным духом у вас и у нас работает. Видите, все. Ребята, все даже, видите, видите, даже двигатель, представляете, ребята, до чего так автор его исправил, даже, видите, двигатель, даже видно, что за двигатель, по-моему, Real YMZ или Real двигатель, там, типа того. Ладно, все это дело мы вырубим. Так, сетевая. Габаритная ближе дальний. Габаритная ближе дальний. Габаритная ближе дальний. Так, право как бы, лево, право, лево. Все отличным духом работает. Ладно, давайте это дело мы
Вырубим там 9. Что осталось? Осталось. Так, забудем. Ага. Так, смотрим. Ну-ка. Вау. Чувствуете звук какой-то? И теперь поехали посмотреть дальше. Ага. Видите, ребята? Так. Ладно. Теперь, то есть управление осей, ну, то есть пневмоподвеска. Так, видите, как мы видим, все это дело у вас и у нас работает. Так, сбросим. Так, еще раз. Как видите, как мы видим, все в реальном духом начинается срабатывать. Так, ладно. Теперь давайте. Так. Как хотел отметить, что я его уже как бы купил, как бы от радости. Видите, то есть, если попадем в тюнинг, то есть здесь уже ничего не надо ставить, там ничего не надо красить, как бы просто его купить, как бы он уже как бы все как бы сделано, все исправлено. Вот он. Это да, это как, когда вы его начинаете скачивать, приобрести, здесь уже как бы в комплекте идет. Тверстроймаш, типа, да. Ладно. Ну, а, я еще, видите, там, давайте сейчас тюнинг. Также здесь исправлена функция кабелей, как бы, вот. Но, видите, прицеп у нас и у вас немного высота получается, потому что здесь, видите, как здесь начинает. Здесь, видите, выглядит так, а здесь уже по-другому. Ладно, вырубимся. Так, взять, естественно. Да, ребята, в этом прицепе, как хотел отметить, что надо Николай Донбассу надо обратиться, чтобы он взял, как бы, все это дело исправил. Видите, то есть, как хотел отметить, что не прописано никакие грузы, нигде не прописано. Вот, ребята, вот правда. Вот сейчас, не знаю, там, где этот... Видите, не прописано. Вот надо к авторам, вот это Николай Донбассу надо обратиться, чтобы он прицепы взял, оптимизировал, исправил для автономная карта, как карта там, без разницы, там Сибирь или там какие-нибудь там другие, как бы автономная карта, которая ни с кем не дружит, ни с кем не контачивает, и ни с кем не гуляет и так далее подобное. Так, ладно. Так, смотрим. Смотрим продвинь прицепка симулятор. Ага, нормальным духом работает. Ну, что могу сказать, ребята? Дело хорошее, дело прикольное. И как бы и по поводу и FPS как бы нормальным, как бы не съедает как бы FPS, как бы. Сейчас, подождите. Ну вот, ребята. Ну, что могу сказать? Там уже как бы дальше сами посмотрите, что к чему. Сейчас у меня как бы на R6 я его начал запускать. На R6 APAT 1.47. Конечно, давайте, не знаю, у меня там где-то здесь есть различное место, где его можно спокойно можно потестировать.
Это, по-моему, Элизова. Это, по-моему, вот это было. Сокотч. Это я там не знаю. Там Неканска. Так. Корабль. Так. Это не то, как бы. А, вот, по-моему, я нашел его, как бы. Так, ладно. Посмотрим. Посмотрим. Так, посмотрим. Ну, вот правда, не помню. На предыдущая версия, да, там ничего не прописано было, ничего не добавлено было. А здесь уже как бы ура, советуем, рекомендуем. Информацию предоставлен по описанию. Также ссылка про это дело предоставим по описанию. И сейчас посмотрим. Да, ребята, как хотел отметить, что желательно на такие вот на такие места желательно использовать механика. Потому что на такие места, как бы на автомате, как бы особо ничего сверхъестественного. Ладно, перейдем на Срозовете. Сразу автоматически переключается на 8-й передачу. И давайте, поехали, посмотрим. Сейчас. Так. Посмотрим, на что он способен. Поехали. Без блокировки дифференциала. Видите, да, ребята, как он начинает себя чувствовать? А вот по поводу вот этого, особо я тоже как бы не понял. Это может так и должна быть, наверное. Я не знаю. Вот правда. Вот это я правда не знаю. Может какой-то. Хотя у меня никакая посторонняя физика не установлена, как бы. Видите, что начинается происходить, как бы, видите. Да. Это или так должна быть, или может. Или за автор я особо не понял. Хотя, смотрите, если так взять, сейчас попадем по этот тягач. Это где это у нас? Это вот это, видите? То есть адаптиться для новой версии Ажелла. Описание КамАЗ обновлена для 1.43, но у меня в случае 1.47. Может, он как бы действительно, может, он прописан под 1.43, как бы версия 1.0, как бы, как хотел отметить, что автор Николай Донбасс. И там директор DSL. Вот, как бы как-то так. Не, как бы аппарат неплохой аппарат, как бы, не знаю, странно. Странно, что начала себя чувствовать очень плохо, конечно. Вот. Может, это она, может, за версия, наверное, или я не знаю, может, за версия, или она так и должна быть. Короче, ребята, если кто знает, пишите в комменты. Ждем ваш ответ на комменты. Вот, как бы как-то так. Давайте еще раз немного прокатимся, как бы. Угу. Сейчас тише сделаем. Ну-ка. Да, ребята, желательно, не знаю. Видите, что начинается происходить, как бы. Может, это за версия, как бы, вот правда, ребята, ничего не могу сказать, как бы, это все такое же. Может, за версия, или если кто-то знает, пишите в комменты. Видите, что начинается происходить. Ну, если так взять, как бы, он как бы сделан для вездеходной карты, как бы он сделан. Ну, не знаю, видите, что начинается происходить, то есть, да, ребята. Ну, что ж, ребята, мне пора с вами попрощаться, наверное, пора как бы. Надеюсь, обзор кому-то было полезно, обзор кому-то понравилось, обзор кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите в комменты, что вы будете думать по поводу этого тягача, конечно. Также, как хотел отметить, что, ребята, если кто смотрит, поддержите, пожалуйста, моего канала с доната. Ссылка про доната предоставлю по описанию, либо закреплю по описанию. То есть, моего цель, если да, надо собрать деньги для оптимизировать свой комп, исправить свой комп. Поэтому
как-то так, чтобы в дальнейшем мог что-нибудь хорошее вам делать, как бы. Ну, там дальше уже как бы поняли. Спасибо за внимание. Ну что ж, ребята, спасибо, что смотрели моего обзора до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Берегите себя, берегите своей близкой. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока.